Казахстанское предприятие «Алматинский вентиляторный завод» создано в 2008 году. Основное направление его деятельности – научно-производственное. Это разработка, изготовление и реализация вентиляционного и противопожарного оборудования для промышленности и строительства, а также специального оборудования для энергосбережения, рекуперации тепла. Хотел бы отметить, что ключевым фактором становления завода и выхода на европейский уровень производства явилось участие в государственных программах форсированного индустриально-инновационного развития. Так, например, участие в программе «Дорожная карта бизнеса 2020» в 2010 году позволило приобрести ультрасовременное оборудование по программе лизинга фонда «Дому» и позволило таким образом начать глобальную модернизацию производства. Большим прорывом как в технологическом, так и в управленческом аспекте явилось вхождение завода в 2011 году в программу «Производительность 2020». В рамках этой программы по двум направлениям получили гранты на приобретение производственных технологий, а также на внедрение управленческих технологий, такие как управленческий учет и японская система управления предприятием «Кайдзен», которая успешно внедрена на нашем предприятии. В прошлом году завод вошел в карту индустриализации по Алматинской области, что позволило начать строительство современного завода, отвечающего мировым стандартам производства климатической техники. В настоящее время завод работает. Благодаря участию в государственной программе «Алматинский вентиляторный завод» – это современное предприятие, расположенное в Вилийском районе Алматинской области, построенное по мировым стандартам общей площадью более 5000 квадратных метров. Кроме того, в рамках четвертого направления нам оказывается помощь по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» управлением энергетики Алматинской области в настоящее время проводятся работы по строительству системы энергоснабжения завода. И мы, кстати, готовим заявку по данной программе на подключение к сетям газоснабжения. Уважаемый Сергей Кимитович, благодаря уже указанным мерам государственной поддержки производительность труда на предприятии выросла более чем в 3 раза, что позволит обеспечить в полном объеме высококачественной продукции и потребности всего Казахстана, а также выйти на внешние рынки. По уровню качества завод может конкурировать как с российскими, так и с мировыми производителями аналогичной продукции. Имея собственный парк высокотехнологического оборудования, мы теперь имеем возможность начать разработку новых инновационных продуктов. Так, например, в настоящее время мы проводим проектно-научно-изыскательские работы по локализации производства утилизаторов тепла, пластинчатых и роторных рекуператоров. Этот проект мы ведем в сотрудничестве с немецкой компанией «Клингенбург» и КБ «Горномашиностроение» Национального агентства технического развития. Данный проект позволит снизить теплопотребление административных и общественных производственных зданий в Республике Казахстан более чем в 2 раза. Слово сказать, такая установка уже установлена на нашем заводе, мы ее опробировали и снизили затраты тепла почти на 50%. В завершение моего доклада хотел бы добавить, что в настоящее время при участии «Казнекс» мы начали выход на российские и туркменские рынки вентиляционного оборудования. В настоящее время мы уже провели пробные поставки нашей продукции в город Москва Российской Федерации. Спасибо за внимание.